Мы хотим жить! Мы хотим жить! Эти слова жители Сибая поддержали аплодисментами. Больше 100 горожан пришли на встречу с директором Уральской горно-металлургической компании Андреем Козицыным. Здесь его ждали давно. С декабря прошлого года над Сибаем висит смог. По данным республиканского МЧС, на заброшенном карьере рядом с городом горит руда. Она является источником резкого неприятного запаха, головных болей и приступов удушья у местных жителей. На помощь сибайцам Ради Хабиров отправил уфимских врачей. Чтобы попасть к ним на прием, горожане выстраивались в огромные очереди. Однако Минздрав Башкирии всех успокоил. Из-за смога в воздухе никто не болеет. С ноября, декабря, января и февраль рост каких-то заболеваний, связанных с экологической ситуацией, не был зафиксирован. Единственное, был эпидемический подъем в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом, что соответствует аналогичному периоду предшествующих лет. Однако эти слова противоречат его же докладу депутатам Курултая. По словам Забелина, самые востребованные врачи в сибайской больнице – пульмонолог, аллерголог и онколог. Эти узкие специалисты не занимаются лечением гриппа. У меня внучка маленькая, 6 лет. Вызывали на Новый год скорую помощь. Она заболела, кашляла сильно, температура у нее была. И сидела, уже вроде бы начали мы ее интенсивно лечить, уже вроде бы стала поправляться. И резко из носа кровь пошла. Такого у нее никогда не было. Мы напугались, естественно, вызвали скорую. Приехала врач и сказала, мы всем ОРВИ ставим. Все. Ради Хабиров заверил, что разделяет все переживания жителей. Он разберется с врачами. Однако ситуация в Сибае до сих пор остается напряженной. Чтобы решить проблему с горячей рудой, принято решение затопить карьер и засыпать его водно-глинистой смесью. Сроки подтопления карьера переносились несколько раз. Теперь планируется, что шахта будет затоплена до 26 марта. Помимо этого, Уральская горно-металлургическая компания выплатит компенсацию. Мы договорились, что УГМК в этом году выделят 200 миллионов рублей на то, что сам город сочтет, что сделать. Ну, мне было предложение от главы, ко мне обращался ваш стадион, соответственно, капремонт сделать. Но я полагаю, вот эти 200 миллионов, это, понимаете, вот эти вещи, я вас очень прошу, это не некое такое откупывание, это нормальный такой процесс, который мы провели переговоры с ГМК, поэтому вы сами решите, с людьми посовещайтесь, куда вы хотите и так далее. При этом вот меры подобной поддержки, они и впредь, соответственно, будут. Ранее активисты группы «Сибай дыши» требовали выплатить 500 000 рублей компенсации. Сумму снизили. Теперь жители Сибая относятся к подобным заявлениям с недоверием. Андрей Шарыгин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.